те, кто нас услышит. Цель нашего здесь собрания в том, что мы хотим всему миру довести, что мы не агрессоры. Мы требуем предков, земли своих предков. Справедливость. Мы требуем справедливость, чтобы наш голос все услышали, что мы не захватили чужую землю. Мы не агрессоры, мы требуем свою родину назад, где наши предки лежат. Мы хотим коснуться к этой земле. И пускай весь мир услышит, что это наша земля. И мы погибнем, но все равно будем там. Мы тоже в этот трудный день, так же как Украину, поддерживаем, потому что нарушена целостность, территориальность Украины. Нарушена права человека, права граждан Украины. Оккупирована территория Украины. Мы не признаем никакой республики. Украина – это одна целая. И Крым, и Донецк, и Луганск – для нас это вся Украина. Слава Украине! Слава Украине! Всевышний свидетель! Всевышний свидетель и свидетели люди, те, которые за справедливость. Рано или поздно она восстановится. Мы это увидим. И мир увидит, что самое правильное – это справедливость. Мы не агрессоры, мы не террористы, мы детей не убиваем, мы стариков не убиваем. Мы требуем свою землю. Справедливость вас торжествует. Я хочу добавить, что если Азербайджан был, Азербайджан вообще хочет, чтобы мирно это решил. Если бы это не хотел, мы больше 20 лет этого не ждали. 20 лет это терпим. Мы хотим, чтобы мирно это все решило. Но, к сожалению, это с другой стороны не понимает, не хочет понимать. И тот приходится уже как бы вооруженным всем это решить. Спасибо.